Всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, и сегодня я записываю новый видеоролик. Наконец-таки вместе с вами мы дожили до интересных вооружений, которые я до сих пор еще не использовал, но это те самые вооружения, которые, наверное, вносят какую-то определенную изюминку в данную рубрику, и одно из этих сочетаний сегодня уже мы вместе с вами протестируем, поиграем, покажем, и для меня это, наверное, ну, определенно такое более приятное, наверное, в какой-то степени вооружение, но и с другой стороны оно не является настолько популярным, да. Сегодня я говорю о Диктаторе, я говорю о Твинсе, это то самое вооружение, которое многие используют в роли голдоловского вооружения еще раньше, когда у нас, ну, были определенные голдоловы, я не знаю, сейчас они есть в игре. Данное вооружение максимально часто использовалось, да, там с дико твинцом, с дико какой-нибудь жигой. Но сейчас, наверное, в какой-то степени Диктатор потерял свою актуальность, да, если вы помните то, что с диком еще играли за счет новоиспеченного овердрайва, который, правда, сейчас уже понерфили, то, по сути, данный корпус потихоньку начинает умирать, и в матчмейкинге его особо сильно не используют. Но сегодня я хотел бы показать вам сильные стороны данного вооружения, поиграть в захвате флага, поиграть в матчмейкинговом, наверное, формате еще контроля точек, раскрыть как можно ярче данное вооружение. Все-таки, как по мне, оно до сих пор является довольно-таки жестким. И если у вас, например, в захвате флага имеется ситуация, когда вам надо задефать флаг, либо вытолкнуть кого-то, либо сыграть как-то грамотно корпусом, это тот самый корпус, который сделает это максимально быстро, качественно и лучше любого другого корпуса. Поэтому сегодня, если бы я бы просто бы стоял бы в дефе на Диктаторе, я думаю, что это было бы скучно. Попытаемся попушить, попытаемся повыталкивать, пораскрывать максимально лучшие качества данного корпуса. Ну и при всем этом раскладе, конечно же, я, наверное, скажу такие фразы, как раньше вообще называли данный корпус. То есть определенные понятия и названия, которым, например, даже я со своими нагибаторами склоняюсь, да, то есть мы называем данный корпус там горбатый, потому что он имеет такую какую-то определенную форму, либо корыто, я не знаю, мне тоже данное название очень нравится. И в какой-то степени придает какое-то определенно новое значение, если, например, вот Васпатвинс имеет такое название как табуретка, то Диктатор больше называют как горбатый корпус, либо корпус, который является каким-то таким корытником определенным. Ну и нас запикивает на платошку, 50 опыта я здесь уже дал, потихоньку нас начинают растаскивать, я смотрю, что по резистам у меня, наверное, тут не совсем все круто, возможно, сейчас еще переоденемся, у меня тут вообще фриз твинс арта, хотя по сути я смотрю, что там и твинс есть, и арта есть, и фриз есть. Нифига себе, я даже еще и угадал с резистом, хотя этот резист был от какой-то ББПшной каточки. Интересно, интересно будет посмотреть, что у нас из этого получится. Но уже начинаем лететь 1-0. Это значит, что надо уже потихо отыгрываться. У нас 5 игроков в команде, и почему-то до сих пор тиммейтов нам не подкидывают. Я не понимаю, как это работает, но я очень сильно надеюсь на то, что тиммейтов нам обязательно здесь закинут. Ну, фриз, конечно, хоть у меня есть резист, хоть у меня нету, морозит, как я не знаю, что. Сразу становишься беспомощным танком, который даже и сдвинуться с места, грубо говоря, не может. Ну, ладно, мы не отчаиваемся, едем сейчас в атаку. Я думаю, что уже надо потихо пытаться уводить. И, возможно, даже в какой-то степени можно будет раздать овердрайв кому-нибудь, дабы за это тоже получить дополнительный опыт. Хоть сейчас это не такие большие показатели и цифры в данном плане. Но, в общем и целом, я думаю, что можно будет прожать сейчас какому-нибудь тиммейту, либо же просто на себя прожать, чтобы не слиться. Да, давайте я лучше прожму, потому что аптечки у меня нету. В данной ситуации лучше я оставлю на себя его. Ну, хоть один бы тиммейт бы поехал бы и встретил, мне помог. Ну, почему ни один танк даже, ну даже не выдвинулся в центр? Я даже овердрайв на себя лично прожал, дабы оттянуть этот флажочек, но все равно ничего у меня в этом плане здесь не получилось. И я, честно говоря, в
какой-то степени даже расстроен. Так, наш тиммейт увозит флаг, ну и я, конечно же, сейчас должен здесь возвращать. Пока что, к слову, мои способности большого корпуса, который толкает противника, не пригождаются в какой-то степени. Не нужно мне кого-то здесь переталкивать. Хотя сейчас вот можно, например, зайти, я думаю, что уже потолкаться здесь... Ага. Будет можно, я хотел сказать, и тут же мне просто прожимают овердрайв и говорят, не-не-не, друг ты мой хороший, потолкаться тебе здесь точно никто не даст. Ну ладно, давайте тогда пробовать делать еще один заход, потому что у мамы тоже овердрайва нету, и при всем этом раскладе он еще и двигается в сторону центрика, а это значит что? Это значит то, что мы сейчас будем возить флаг. Дебраска, довольно старый игрок, ну вот так можно просто спокойнейшим образом вытолкнуть данного нагибатора. Там еще бомбочка где-то была поставлена. Блин, все равно меня сливают. И, похоже, ставят противник флаг очередной. Да. Или нет? Не ставят? Нет, все-таки поставили. Там передача была какая-то определенная. Я понял. Ну, что-то пока что не особо у нас складывается положительно данная катка. Ну, для первой каточки, наверное, ничего с такого сверхстрашного нету. Все-таки я думаю, что данный устат... Данное вооружение удастся нам раскрыть в последующих боях. Здесь, наверное, такие какие-то неприятненькие противники в какой-то степени попались. Но не стоит отчаиваться. Я думаю, что еще времени полно. И можно попробовать еще позаходить в атаку. Попробовать поврываться. Я думаю, что здесь может еще что-то получиться. Как вы помните, в одном из видеороликов я тоже записывал на платошке видосик, и там тоже была такая довольно плотная борьба от противника до какого-то периода времени, а потом как-то все стало легко под конец катки, что мне даже удалось увести. Может, и здесь тоже сейчас получится что-то сделать в атаке, зайти как-нибудь резко ворваться. Может, мне еще какой-нибудь тиммейт подсаппортит. Было бы очень даже неплохо, если бы кто-нибудь бы мне помог, потому что там очень опасный рикошет. Еще и этот Васпофрейс, это просто ужас какой-то, как будто у меня резиста нету, я вообще в шоке. Он меня сдувает на шоковой заморозке, как будто я играю без реза. Что за ерунда, я не понимаю. Как это работает, друзья, объясните мне, пожалуйста. Я не хочу играть просто на киллы, друзья, вы же понимаете. Да и овердрайв свой как-то я особо никуда не использую. Я хочу оставить его чисто на врыв, чисто под увоз. И надеюсь, что у меня это получится. Так, здесь противник прожимает овер. Надо накидывать, надо накидывать, надо накидывать, надо накидывать, надо накидывать. Отлично. Одного сливаю, второго. Ясно, бомба. Ну что здесь делать я могу? Ну ничего я не могу здесь сделать. Стоит 4 танка в дефе. Еще и Васпа этот фриз, который постоянно бомбы прожимает и морозит меня просто сходу. Колом я встаю. Почему вот этот Титана, например, фриз не мог пораньше начать нагибать? Ну а где вообще врывы? Чуть побольше врывов можно в атаку противнику? Потому что это явно не врывы, молодые люди. Если с такими врывами вы играть собрались, то у меня для вас плохие новости. 50 секунд остается до конца. Бомбочка, неплохо. Там, наверное, пару танчиков точно уйдет на респ. Но что толку, если никто не врывается? Давайте попробуем сделать такую вот траекторию. Через правый борт влететь. И, возможно, мне удастся сейчас через верх там улететь. Если получится, будет просто бомба. Мы заморозили меня. Надеюсь, у него овера нет. По идее, не должно быть. По идее, не должно быть. По идее, не должно быть. Но уехать-то мне не дают. Ужас. Просто ужас. Просто ужас. Ой. Такая шикарная карта. И такая нагибаторская команда, друзья мои хорошие. Овердрайв я свой так и не прожимал. Ну и я, в принципе, да и не отдаю особое внимание данному оверу. Я хочу раскрыть данное вооружение как танк, который будет пушить и увозить флаги, нежели как помощник, который будет раздавать овердрайвы своим тиммейтам и за счет этого тут как-то, может быть, чуть-чуть нагибать. Ладно, ничего страшного, пикаемся во вторую каточку. Закидывает на перекресток. 3 минутки до конца, 1-1. Очень хорошая катка. Это значит, что здесь мне надо как можно быстрее ворваться к противнику на базу и помочь своим тиммейтам. Так, что у нас тут по резисту взять? Вижу я арта смока и... Арта, вернее, там фриз был. И, наверное, возьму от молота, потому что молот какой-то ярый здесь играет. Наверное, как-то так сделаем по резистику. Ну и попробуем сейчас увозить флаг.
Я думаю, что здесь вполне реально это сделать. Вполне реально ворваться. Меня тут уже знают в катке. Это очень плохо, если честно. Когда в катке вас узнают, друзья, в этом нет ничего хорошего. Это значит, что противник будет фокусить именно вас, а не кого-то другого. Так всегда оно и происходит. Да, в какой-то степени я сейчас поздороваюсь с ним. Ну, отлично, я понимаю то, что фокусить-то будет он меня в первую очередь, а не кого-то другого. Написал привет, получил крит-ошибку. Неплохо, неплохо. Определенно круто, когда так работает супер матчмейкинг. Ох, эх, эти крит-ошибочки. Я просто в шоке. Я просто в шоке с этого. Как же жестко получается, когда тебя вот так вот критует. Давайте я попробую. Все-таки как-то надо отыграть эту катку. При том раскладе, то, что я запикался за 3 минуты до конца. И это такая катка на врыве, можно сказать. Я думаю, что попытаться точно стоит. Ну, вы видите, что он делает, да? Он не хочет давать по кому-то другому выстрел. Он не хотел отдавать выстрел по какому-то нагибатору. Ждал до последнего. Но в итоге все равно надо страховать сейчас тиммейта. Тиммейта надо подстраховать. Очень важно сейчас, чтобы этот флаг ушел. И этот нагибатор не прожал овердрайв. Блин. Ладно, пусть он сам держит свой флаг. Надеюсь, что у него здесь все получится. Там соска была где-то. А нам надо ворваться. Надо доворваться определенно. Времени мало. Время на врыв хватает. Вполне. Главное сейчас, чтобы меня не слили. Шафт уже целится. Ай, возврат флага произошел. Ну блин, куда там едет нагибатор? Еще и без ни единого модуля. О, боже, как же все плохо. Как же все плохо, друзья. Почему сегодня такие нагибаторские бои у нас попадаются? Я взял супер горбатое корыто, чтобы сегодня подамажить по скилловому, как-то попереталкивать противника. А тут в итоге получаются такие катки, где я бы играл бы лучше на каком-нибудь, наверное, харьке. Что-то очень быстрые передвижения надо, а противник вообще просто прячется. Просто прячется за какими-то стеночками, там еще с чем-то. Вообще ничего не получается. И, конечно же, друзья, я забыл сказать вам в начале видеоролика, я сказал то, что, возможно, сыграем в формате контроль точек. Но сейчас-то я вспомнил то, что контроль точек — это далеко не тот формат, в котором полноценно можно раскрыть данный корпус. Намного бы эффективнее было бы раскрыть его в формате штурм за атаку. За, например, в той катке, где тебе надо попереталкивать жестко противника на штоке, да. То есть в таких боях, ну, максимально эффективно можно использовать данное вооружение. Захват флага, вы видели, меня сейчас закидывал в шоссе. Уже, не знаю, третий видеоролик, наверное, подряд меня кидает на эту карту. Я попал на еще одно шоссе, только это уже было зимнее. Ладно, друзья, давайте попробуем пикнуться на штурм. В принципе, за деф тоже можно раскрыть данный корпус, но за атаку было бы поприятнее, если честно. На переталкивание противника это бы смотрелось бы куда более агрессивно и практичнее в какой-то степени. Но вот нас кидает за деф. Я думаю, что перепикивать я точно не буду. Мы попробуем отыграть больше как статичный дефер. Как можно это было бы сделать, но в какой-то степени я также хотел раскрыть диктатора как танк, который будет пушить противника, а не держать защиту. Потому что, что касаемо защиты, то данный корпус в полном порядке. Просто в полнейшем порядке. И вот так вот, вытягивая корпус, например, и делая какой-нибудь блокшот определенный, им максимально легко управлять, максимально легко делать правильные движения и за счет этого выигрывать определенные моменты. Поэтому я, наверное, только в какой-то степени хотел показать диктатора, который еще и атакует. Все-таки такого плана видеоролики, наверное, способствуют каким-то быстрым действиям к какой-нибудь, каким-нибудь нереальным там камбэкам или еще чем-то интересным, но не простой какой-то определенный стоял вы в дефе. Вы же понимаете, что я хочу записать какой-то определенный скиллозависимый моментик, где я сумею там, например, ворваться нереальнейше как-то, в атаку перетолкать, чем я буду просто стоять в дефе, например, и кого-то дефать. Я думаю, что это менее эффектно в какой-то степени будет выглядеть. Но ничего страшного, запикались.
Теперь уже катка довольно потная, по тихой грусти становится, потому что противник, я смотрю, что уже начинает таскать при том раскладе, то, что Титанчик поставил здесь овердрайв на нашей базе. Это выглядит максимально печально. Ну и, к слову, возвращаясь к штурму, к дефу, именно в данном режиме можно было довольно эффективно использовать диктатора как танк, который раздает аптечку, раздает овердрайв, и за это все фармит нереальнейшее большое количество опыта. Какой сейчас, например, я прожал овер, и если я не ошибаюсь, если сейчас по 10 опыта за танк дают, то я нафармил плюс где-то 40 очков себе в копилочку, и это является довольно большое количество в какой-то степени, да, определенно. Но наша главная цель, я думаю, что в данном видеоролике именно не только позарабатывать халявные очки, да, ни за что не делание, а именно выиграть этот бой за счет того, что ты будешь дамажить противника, будешь блокировать, не давать ему доставлять и работать определенно по максимуму корпусом. То есть, в чем плюс диктатора? Это в том, что габариты данного корпуса являются сейчас максимально лучшими, наверное, по показателю толкания противника. Хотя, по сути, наверное, с точки зрения объема данного корпуса, должен был быть бы посильнее какой-нибудь, например, Титанчик или Мамонт. Но сейчас диктатор является самым толкающим и нагибаторским корпусом в этом плане. И я, безусловно, этому рад. И даже в какой-то степени мы использовали данный корпус в формате сетапов. И когда была возможность перехода на данный корпус, я постоянно его любил брать. Потому что я в какой-то степени сторонник и любитель диктатора. Да, определенно его в данных форматах любил поиспользовать. Ну, давайте прожмем здесь овердрайв. Дабы моим тиммейтам тут тоже нарочка дополнительно упала. При том, то, что ребята играют на титанчиках, а по 50% овердрайва к титану, это вообще неплохо, в принципе, в какой-то степени смотрится. Главное, чтобы сейчас овердрайв здесь парень не прожимал. Ну, а что касаемо боя, довольно неплохо двигаемся. Выигрываем уже 40-10. Титанчик там противника поставил куполочек, его перебили довольно быстро. Здесь тоже можно было бы перебить, если бы овер был бы у нашего молодого человека. Ну и Мамонт рвется, сейчас, наверное, будет с овером, я попытаюсь его заблокировать. Ну да, это овердрайв, дефолт. Здесь как бы, ну все понятно, то есть я как бы кинул этот корпус, но по сути в какой-то степени все равно понимал, что если я его кину, Мамонт прожмет просто овер и все. Ну зато забайтил на прожатие овердрайва, возможно в какой-то степени он бы его даже бы и не хотел бы прожимать. А так ему обязательно пришлось его поражать. Ну, конечно, друзья, извиняюсь за то, что я тут кашляю. Уже какой видеоролик подряд. Сегодня как этот кашель у меня нагибаторски не спадает, поэтому извиняйте. Я надеюсь, что не сильно вам режет по уху вся эта темочка. 1,5 минуты остается до конца. Первое место за мной, как у нас положено, закрепляется. Это очень хорошо. Ну и было бы неплохо, если бы мы вообще этот бой досрочно завершили, друзья. Шанс досрочного завершения данного боя имеется. Я думаю, что нужно этим пользоваться. Нужно постараться и попробовать завершить данный бой досрочно. Титанчики там собираются в одном месте, я так понимаю. Можно раздать овердрайв, наверное. Главное титану раздать. То есть я играю явно не за большим заработком опыта. То есть я не ищу там 3-4 танка. Главное, чтобы титан, ну не такой, конечно, купол, я надеялся, что он поставит. Надеялся, что он поставит куполочек, который мне тоже поможет, а не купол, который он ставит сбоку. Как-то очень некрасиво поступает молодой человек, когда я прожимаю ему овер, а он прожимает свой овердрайв в зоне от доставки. Ну ладно, в принципе, противника здесь довольно комфортно мы выигрываем. Возможно, в какой-то степени ему этот овердрайв помог. Мне он, наверное, бы особо сильно там и не пригодился бы. 5 киллов остается до конца или 30 секунд. Что будет быстрее, как вы думаете? Я думаю, что быстрее должны быть киллы. Ну и сейчас проверим. 20 секунд остается, 5 киллов. Димас тут пушит просто нашу базу. Выкидывает нереальнейшее большое количество урона. 4 килла, 10 секунд. Возможно, я и ошибся. Ну, титан, конечно, но это просто блокшот корпус. Максимально жесткий блокшот корпус. Максимально жесткий. Что он делает просто с этим титаном?
Это просто до свидания. Ну и давайте надеемся на то, что сейчас нас последнюю нагибаторскую каточку закинет в штурм за атаку. Я очень сильно хочу, чтобы она была именно за атаку. Это было бы максимально круто. Надежда. Ну, у нас... К сожалению, к большому нашему сожалению, дефчик падает. Ну ладно, ничего страшного, давайте попробуем тогда задефать. Попробуем поиграть на подъемах, при том раскладе то, что это Йоркшир. Здесь на подъемчиках довольно грамотно можно сыграть. Тут я смотрю, что уже какой-то нагибатор едет. Вот так вот просто, вообще, налегке полнейшем. Блокируешь одного, второго, третьего, пятого, десятого. Блин, тут, конечно, не по красоте было. Чуть было не пролетели данные два молодых человека. Там уже овердрайв падает. Здесь что? Все-таки он, похоже, овердрайв забрал. Ну ладно. Он ему все равно особо сильно... Там не помог! О, хорошо, подлогнул. Зацепился за стеночку. А то я думал, что сейчас уже вылетит нагибатор. А я не успею его заблокировать. И я, конечно же, хочу выдвигаться и блокировать. У вас, молодые люди. Блин, ну мне все равно слили. Там еще сбоку один залетал. Надеюсь, что там... Титанчик не сольется сейчас быстро? Или сольется? Ай, дает ставить. Боже ты мой, ну какие вы флаги даете ставить? Друзья вы мои хорошие. Как вы так делаете? Так, не вижу противника пока что. Где противник? Где противник? Вроде как противник... Ах, уже сзади едет. Хорошо, хоть там его кто-то подсек. Отлично, сыграл корпусом. А я здесь на доработочке. Безусловно, тоже доигрываю. Хантер, наверное, с овердрайвом. Ну ладно, блокшот кину. Закину здесь блочочек такой неплохой. Отлично. Можно прожать тиммейтам овердрайв, например, титанчику. Давай, молодой. Прожимай-ка ты нам тоже овер. Овер прожми, пожалуйста, молодой человек. Я для чего тебе овер дал? Боже, и у меня уже... Я уже хотел ругаться. Ну, хорошо. Флаг минусанул, отлично. Корпусом сыграл круто. И при этом раскладе еще и на длит ушел. Это тоже очень хорошо. Когда ты на длит уходишь, а противник-то ставит очередной флаг. Главное этого заблокировать. Ай, ладно, бомба твоя. Ничего страшного, главное флаг заблочил. Главное флаг заблочил. Даже не так страшно то, что он там прожал эту бомбочку. Главное, что заблочил. Главное, что его нагнул. Ну а дальше целиком и полностью можно отправляться на респ. Там левый хантер едет очень плохо. Очень плохо, надо заблокировать его. Не совсем удачный блок, конечно, но... Блин, опять этот нагибатор на овердрайве. Ну слейте его, ну на 0 хп он там ставит. Ну боже ты мой. Ну такие у нас дела, конечно, очень плохие, если честно, в этой катке. С такими овердрайвами. С такой ситуацией на данной карте у нас могут быть большие проблемы, друзья. Большие проблемы. Надо резист от грома взять. И если я не ошибаюсь, там была еще жига опасная. Давайте вот как-то так возьмем. Ну и надеемся на то, что все-таки сейчас наша команда соберется. Потому что пока что все складывается максимально плохо. Ну и надо больше на удержании, безусловно, отыграть. Больше на штоке, больше на удержании. Бомба, я понял. Бомба, конечно, это все. Это крах. Это провал. Ну нет, ну не... А что сделал Вика Фрис? Объясните мне, пожалуйста. Нет, я просто немножко не понял, что он сделал. То есть, если он считает, что он сыграл грамотно, то я скажу ему, что он сыграл... Ух ты ж, боже ты мой. Это я так заблокировал? Ну, я вам скажу, отличная реализация диктатора. Максимально четкая. Чуть-чуть я переборщил, наверное. Переоценил свои возможности. Как-то так залез на этого Васпика неприятненько. Гром продолжает здесь нагибать и штурмовать. Благо у меня здесь корпус есть отличный, который при любом раскладе выиграет любого такого нагибаторского хантера, который захочет меня передамажить. Там Васпик улетает. А-а-а! Успел, отлично, успел. 0.5 хотя бы кинул. Добавляйте. Не дайте ставить. Молодцы, отлично. Главное, что подсечка удалась. А вот сейчас наш тиммейт просто дал поставить. Для чего они это делают? Они вообще понимают, в каком они режиме играют или нет? Корпусом играй, молодой. Боже ты мой, титан. Для чего тебе такой корпус? Объясни мне, пожалуйста, если ты так корпусом играешь печально. Так, Хантер, наверное, с овердрайвом. Пытаюсь вытянуть корпус максимально жестко. Дабы... Если что! Ай, дотянулся до всего. Еще и как-то так неприятно получилось.
Главное, чтобы этот васпик в минус упал. Хорошо, отлично. Васпик в минусе. Одна доставка точно предотвращена. И еще одна предотвращена. Но это будет максимально потная катка под конец. Просто максимального пота катка. Здесь надо сделать что-то невозможное, чтобы ее выиграть. Надеюсь, что там по тылу вроде как не летел противник. А вот здесь потечка не удалась. Промахнулся я. Здесь главное не давать ставить. Главное не давать ставить. Нет, 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 нет! Боже ты мой. Что вы делаете? Что вы делаете? Я понимаю, что у нас один диктатор играет с механиком и прожимает тут просто эти овердрайвы, ему без разницы. Просто кайфует, чилит и думает, что у него все хорошо. Я все отлично понимаю. Но... Извини меня, друг. Мой хороший. Времена... нагибаторского количества опыта прошли, если честно, в какой-то степени. Еще одна доставка. Ну, просто ужас какой-то. Просто какой-то ужас. Просто крах. Просто крах. Если в предыдущей катке в этом плане все было хорошо и как-то получалось нормально задефать, то в данном бою деф просто-напросто провалился. И ничего у нас здесь ровным счетом не получилось сделать. Просто нагибали, как рачков каких-то. Дурачков. 40 секунд. Выиграть это уже невозможно. Хотя бы сократить отрыв можно было бы. Надеяться на то, что сейчас наши тиммейты здесь что-то сделают. Но они просто-напросто дают ставить. Отлично. Отличный матчмейкинг, что я могу сказать, отлично. Ладно, друзья, такой вот видеоролик у нас сегодня получился. Если он вам понравился, если вы хотите, чтобы я заснял видеоролик на диктаторе, например, в штурме за атаку, показал, как можно им реально пушить. Потому что сегодня, ну, в какой-то степени не получилось максимально четко раскрыть данное вооружение, но определенно, это максимально четкий корпус, которым можно выталкивать противникам и играть за счет самого владения корпусом. Поэтому, если вы любитель потолкаться там, поиграть какие-то определенные микромоменты, дабы как-то жестко вытолкнуть там за счет корпуса кого-нибудь там перевернуть, то вам точно стоит использовать диктатор. Попробуйте, почекайте. И, безусловно, друзья, если на этом видеоролике набирается 150 лайков, то я записываю видеоролик определенного формата на диктаторе, где мы уже попробуем, ну, если уж сегодня не получилось, то в следующий раз нам обязательно повезет в попадание каток в штурме за атаку. За деф, я надеюсь, что нас больше бросать не будет. Ну и там мы уже посмотрим и покажем, как можно все это дело реализовать. Поэтому не забывайте прожимать лукасы, подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну а с вами был Мистер Ванька, всем спасибо за просмотр, новая крит-ошибка и всем пока. Shh.